В Жамбулской области впервые состоялась презентация театра «ДАТ» актера-режиссера Тунгушбая Аль-Тарази. Первый моноспектакль называется «Куршахтар». На постановку «Сбор» собрались более 100 зрителей. В сюжете задействован только один актер. Герой сюжета – это собирательный образ людей из разных социальных слоев. Оставшись наедине с собой, он сходит с ума и попадает в психиатрическую больницу, где покончит жизнь самоубийством. Это произведение готовилось практически месяц, говорит режиссер. Это произведение мы готовили с лета и сегодня презентуем зрителям. Смысл этой постановки – современная политика превращает человека в куклу. Жизнь героя находится в опасности. Он говорит о назревших в обществе проблемах и пытается понять, кто он. Написанная несколько лет назад драма сегодня ожила в игре актера. Несмотря на то, что времена меняются, характер неприятных качеств человека никогда не исчезает. Трудности, с которыми сталкивается герой сюжета, трагедия каждого дня, усугубляет эту историю. В общем, психологический моноспектакль Тунгушбая Жаманкулова достиг должного уровня. Я на сцене уже около 50 лет. В первые годы меня переполняло волнение. Оголять свою душу перед высокопочтенной аудиторией нелегко. Поэтому, какой бы ни был у меня опыт, я выхожу на сцену с волнением и с высокой ответственностью. Потому что это произведение нового формата. Открывшийся театр «ДАТ» приурочен к 70-летнему юбилею Тунгушбая Жаманкулова. И остается пожелать ему многочисленных зрителей и долгих лет существования. Саида Сагдулаева, Санат Аралбек, 77 News.